Всем привет, я Коня. Сегодня 26 мая, и сегодня целых 4 знаменитости проводят свадьбы, представляете? Итак, первый — это Ма Дон Сок. Вот этот большой дяденька, качок, которому дофига лет, и который уже столько криминального города понаснимал. Это что-то вроде корейской миссии невыполнимой. Я в том же плане, что слишком много частей выходит. Так вот, он женился, но, скажем так, на самом деле он и его возлюбленная уже давно женаты. Я так поняла, что во время коронавируса они поженились, а сейчас они просто решили провести уже официальную церемонию. Поздравляю! Раньше была группа под названием M Black. Кто помнит, там был парень по имени, точнее, у него никнейм Thunder, но его звали Мир, Мира. Он младший брат Сандры Пак из 21. Так вот, он тоже сегодня женится. Певец Ким Мину, я его не знаю, не знаю, знаете ли вы его, но он тоже сегодня женится на своей девушке, которая не является знаменитостью. А еще сегодня женится Рёук из Супер Джуниор. Представляете, поздравляю. Говорят, что весь состав Супер Джуниора присутствовал на свадьбе. А их раньше было дофига, что-то наподобие Севентин, короче, там 13, сколько там было, не помню. Короче, говорят, что все присутствовали. Чукадрим не да.